У вас сейчас это папула или бугорки? Это папула. Папула. Угу. А бугорки чуть глубже, правильно? Ну, бугорки, да. Ну, это даже... Ну, что-то между, да? Это да, это что-то между. Я бы вот, да, я сомневаюсь, я бы не сказала, что это чистая папула. Да, не бугорок, да, быть какой-то такой прям тоже четкий. Ну, достаточно глубоко, угу. Я бы сказала. Потому что я уже и на опыте, я уже знаю, что в пределах дермы достаточно глубокие классические, если инъекции, это будет лучше всего. В принципе, что для биоревитализантов, что для мезопрепарата. Я почему спрашиваю сейчас, потому что я думаю, может быть, это тюзенькие, я чуть не того сделала, но уже больше 5 лет этим занимаюсь. Ну вот, который я говорю, это вот году. Вот, но все-таки, может, я честно так. Потому что всех остальных все нормально.